Башню сняли, теперь будет понятно, почему она обрушилась. Сегодня в Кемерове с крыши дома номер 27, что по улице Островского, спустили шпиль, который упал и разрушил 3 квартиры. Свалился он ночью во вторник. Снять башню пытались весь вчерашний вечер. Но кран попросту не смог ее поднять. Сегодня привезли самый мощный кран в город. Шпиль сняли, он полностью бетонный и весит 14 тонн. Его обследует специальная комиссия, чтобы выяснить причины обрушения. Сейчас на крыше осталось еще одно бетонное кольцо. Оно под завалами. Сотрудникам службы спасения тоже предстоит его достать.